Итак, добрался я до очередного телепорта, перехода. Помните, да, в прошлой серии я говорил, что доберусь до этого места, вот как раз я здесь, и мы с вами продолжим. Так что давайте, давайте смотреть. Всем приятного просмотра. Поехали, что нас тут ждет. Я так понимаю, здесь нужно будет сейчас с кем-то, ага, с кем-то еще сразиться, да? Забрать деталь, сбегать назад. Вернуться назад, перейти туда, сразиться с боссом, забрать сердце и получить ключ. Так, перемещение. Не знаю, стоит ли перемещаться. Что у нас по деньгам? 2700. Блин, может улучшение какое-то себе сделать. Навыки, ага, навыки. Так, восстановление. Так, не то. Миротворец, расход выносливости тоже. Может мы пойдем в этот, как его... Здоровье. Так, восстановление. Ага. Восстановление, восстановление. Ну, блин, даже не знаю. Ладно, давайте вот так. Пешка нам всегда нужна будет. Тихо. Это что такое? Лё. Это кто? Бонжур. Ага, тебе все равно, да? Понимаешь, что на этом, как говорится, мое прохождение закончится. Так, а ну, пошли. Здорово. А, вот, да, сердце, что нам нужно будет забрать, я так понимаю. Или не, или это просто босс. Так, чё? Йо! Ты чего? Алло, отстань, пожалуйста. Отстань, пожалуйста. А-а-а, и шо? И что мне с ним? Мне с ним делать? Бегать от него я не могу. Ладно, не знаю, давайте попробуем попик прокачать, либо хоть что-то прокачать еще. Надеюсь, если у нас есть там какой-то металл. Тот, что нам нужен, если нет, это все печалька. Я даже не знаю. Ну, в броню, я так понимаю, нету смысла. Сейчас тратится все равно, у нас выносят. А вот в оружие, я думаю, есть, да? Так, отстань. Так, давай, наверное, мы поменяемся на меч все-таки. Он как-то... Что-то нужно? Более эстетично все выглядит, да. На, я дробовик не могу прокачать. Ладно, давай урон сюда. Что у нас не хватает? У нас не хватает оцинкового железа. Хорошо. Хорошо, давай качаем. Качаем. Во, неплохо. Почти как дробовик у нас сейчас будет выносить. Отлично. Куда еще вкачаем? Может сюда куда-то? Либо в меч. Блин, ну из-за чего мне меч нравится? Он в руке быстрее, как-то мы с вами им владеем, правильно? Или в броню. Броня 51. Ладно, 57. 63. 9. Во, 75. Отлично. Все, все потратили. Потратили, пока. Больше ничего нету. Да, давай, пока-пока. Теперь у нас с вами 217 броня. Угу. Но все равно от огня не спасает, от гнили и от электричества. Но у нас есть такая вот пляшечка, где она на троечку у нас. Ага, у нас по нулям. Ой, ну сейчас закупим, чтобы мы не горели с вами. Ага, не закупим, у нас 17 монеток. Ладно. Ладно, бегим дальше.
Ладно, бегим дальше. Не знаю, получится ли завалить этого босса под запись, либо нет. Посмотрим. Потому что на некоторых приходится тратить время, чтобы понять, как с ними справиться. Давай, наверное, с пистолетом попробуем сейчас с него использовать огонь. Так, очков навыков нет у нас? Нет, пока нету. На выносливость нам тоже нужно будет потратиться. Угу. Так, ближе надо, окей. Хорошо. Все, до побачення. Воу-воу-воу-воу-воу. Гори-гори, ясно, чтобы не погасло. А, понял, ты с друзьями туда? Ты тут с друзьями. Не-не-не-не-не. Арчи, 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 поправься, поправь здоровье, поправь здоровье, поправь здоровье. Понял, поправил. Да, по-любому. По-любому, я так и думал. Наш аж сипает этого всего, видишь, откидывает. Ладно, побежали. Что у нас с вами есть? Что мы сможем выпить? Что это такое? Повышает скорострельность орудия. Ну, на 30 секунд всего лишь. Ладно, сейчас заюзаем. Не факт, конечно, что это нам все поможет. Ну, хотя бы хоть чуть-чуть. Так, отлично. Отлично. Да, все. Какой-то талант открытый. Да, ты тут с друзьями, я понял. Все, до побачення. Кажется, у меня проблема. Успею? Успел. Нелегко было. Согласен, это было нелегко, ребят. Ну что, мы с вами справились. Так. Что нам дальше? Нам что-то тут с вами дали. Погоди, что нам с вами дали? Таланты. Так, таланты. Бронебой. Текущий уровень. Один. Обжор. Скорость. Использование. Ага. Бронебой. Даже не знаю. Но это получается мучитель. Так. Текущий уровень. Длительность эффекта. Это, наверное, вот эти вот штуки. Мои черепа. Типа, будет больше, да? Надо будет как-то покачнуть. Бронебой. Что такое бронебой? Текущий уровень плюс один. Тоже непонятно. Хотя бы написали. Типа, что оно означает. Да, с боссом, получается, когда сражался, я микрофон выключил. Ну, чтоб по 200 раз не начинать. Ну что, пошли на босса? Ну что, пошли на босса? Мы идем на босса. Я раз 5, наверное, записывал или 6. Так что решил просто показать, как мы разобрались с боссом, и двигаемся дальше. Интересно, что это за бронебой такой? Может, оружие сильнее будет стрелять? Ну, судя по тому, сколько мы с вами открыли этих талантов вот этих, то играть нам с вами еще и не переиграть, да? Правильно понимаю? Так, отлично. Отдохнуть. Хорошо, пополнили, нет. Давай, пошли. Так, бонжур. Мне интересно, а я забрал ту штуку, которая нам надо...
которая нам нужна или нет. Чтобы открыть вход, либо выход, что мы там хотели открыть. Или это уже совсем другая локация? Ага, вроде челики другие. Вроде челики уже другие. Ля, ты еще и летаешь, падла, да? Ты еще, падла, и летаешь, понял. Так, ага. С ним черепа разберутся, я думаю, или нет. Да, разобрались, неплохо. Вот это я, конечно, понимаю. Мне такой бы навык в начале было бы вообще шикарно. Так, давайте потратим на бронебой, посмотрим, что оно такое. Надеюсь, это увеличение урона для оружия. Я, конечно, таки извиняюсь, но откуда вы достаете оружие, а? Каких мест? А нам нужно наверх вообще или нет? Или не нужно? Не знаю, но мне это не нравится все. Ага, ага, ля-ля-ля. Какая отвратительная рожа. Так, давай залутаемся. Давай залутаемся. К нам кто-то поднимается, да? Какой-то серьезный тип, да, поднимается к нам? Ага. Попал, проверяем. Бегим, бегим дальше. Но мы же сердце не добыли с вами, правильно я понимаю? Угу, не сердце, не... А, вот, сердце нечестивого. А, не сердце нечистого, ля. Так, может, мы назад пойдем, или нам дальше нужно продвигаться? Может, нам просто вернуться назад? Карта. Или куда мы с вами идем? Сердце у нас есть. Мне просто вернуться назад, отдать сердце и забрать карту. Или здесь что-то... Что-то мы типа еще упускаем. Так, пошли. Хорошо. Ля, ты мутируешь еще, да? А сколько вас тут? Да, 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 это он мутирует, ля, прикольно. Так, понеслась. Да сколько у вас тут мечей, где вы их достаете? Каких таких мест? Каких таких мест вы такие их достаете, извиняюсь. Это стесняюсь спросить. Нелегко было. Ну да, ну да. Согласен, что у нас навыков не добавилось? Нет. Нема. Ну вроде бы и здоровья нам хватает, и выносливости. Может, пойдем в эти бронебои, таланты, все дела там. Будем прокачиваться. Ага, контрольная точка. Отлично. Давай сохранимся, потому что там кто-то на троне у нас сидит. И что-то мне кажется, что мне придется с ним сражаться сейчас. О, шикарно. Пошли, поговорим. Ага, ты зеленый, а ты? И ты зеленый. Подойди, чужак. Иду. Бонжур. Здравствуй, чужак. Ты не из этих краев. Скажи,
Откуда ты родом? Из мест под названием Земля. Далекие края. И ты явно не из слабых. Искал рад твоему визиту и твоей силе. Можно ли рассчитывать на последнее? Так, как именно рассчитывать? В нашем мире, Корсусе, живет зверь великой силы. Страж. Нам нужно его сердце. А, не только вас интересует сердце стража. Несомненно. Но может ли кто-то предложить то, что предложим мы? Искал богат. Никто не предложит лучшие награды. Что скажешь? Так, я на вас не работаю. Пока нет. Но мы не теряем надежды. Так, можно задать несколько вопросов? Мы любим говорить. Хочу взглянуть на твои товары. Мы рады слышать это. Что это такое? Снимает эффект коррозии. Повышает сопротивление коррозии. Ага. Давайте две штучки купим. Не знаю зачем. Что это такое? Божественный нектар. Повышает эффективность брони на 10% на 60 минут. Гибель персонажа не отменяет. Во. Угу. Блин, может на косарик скупимся? Давай. И вот этой вот штуки. Все. Оружие у тебя. Оса. Возвращайся, лучик. Понял. Моя ж ты курочка. Коса, косарь, кошу. Подойди, чужак. Да, я уже подходил, отстань. Давай сохранимся. И пойдем дальше. Так, побежали. Угу. А таки открой ворота, пожалуйста. Открой, пожалуйста, ворота. Не. Приветствуем, чужак. Привет, привет. Что ты хочешь знать? Так, я жду на твиттере, как тебя зовут, что за искал, о котором ты говоришь. Искал связывает нас. Мы едины сердцем, разумом и духом. Нам не нужны технологии. Искал дарит нам гармонию и просвещение. Общая цель дает нам силу. Искал радушно принимает каждого. Как тебя зовут? Когда служишь Искалу, имена не важны. Все мы единое целое. Можешь считать меня королевой, но это не совсем так. Это любопытный вопрос, чужак. Ключ к Искалу — Викс-червь. Благодаря ему мы связаны в единое целое. Позволь ему заполнить твою хрупкую оболочку. Поглотить страхи, волнение, самосознание. Пока на их месте не остается один лишь Искал. Не, спасибо. Возможно, Искал не для всех. Лишь для тех, кто ищет спасения от бремени жизни и жаждет просвещения. Пока-пока. Да хранит тебя Искал. Да-да-да, давай. Хоть тут в коробочке ничего нету интересного. Так, искал, а как мне пройти дальше? Как мне дальше тут пройти? Наверное, сюда, да? Наверное, все-таки вот это вот сердце, где оно у меня, это не то сердце. Так, ценный ресурс, добытый после победы над нечистой, используется для создания мощного оружия. Угу. Создание мощного оружия. Ну ладно. Интересно, что там за оружие. Так, искал. Искал, ты тут? Самое интересное, я перебил у них полдеревни, а она со мной по-нормальному разговаривает. Прикольно. Могли бы либо изначально уже... Ой-ё! Ля, сколько у вас тут? Могли бы либо изначально сделать так, чтобы меня встретили и предложили, а потом уже нападали. А то так неинтересно. Тихо, ля-ля-ля-ля. Аватары на минималках, да?
Ой-ой, ля-ля-ля какой. Обнимашку хочешь, да, зайчик? Понял. Так. Во. Мастер поиска невозмимости. Это что такое? Мы потом проверим с вами. Нелегко было. Да, согласен, таланты. Так, что это дает? Урон по уязвимым местам плюс один. А вот это прикольная штука. Вот это надо будет. Это типа по монстрам, когда буду, да, стрелять. Плюс 1% по урону будет им. Кто это? Кто это так делает? Ах ты, падла. Ой, ну начинается. Искал, мискал. Мисс Буркул в роли мисс Пуркул. Так. До побачення. No, don't disturb the библиотека. Так, и куда и нам с вами идти? Здесь нельзя ничего потыркать? Нет, нельзя. Нельзя. Ну, идем сюда. Во, еще какой-то. Вот выход шикарный. Идемте. Идемте, ага, сохраняемся. И, наверное, здесь где-то наш будет ждать мини-босс, да? Или уже настоящий босс будет ждать? Вот это, где мы сердце должны с вами взять. Так, бонжур. Капилляр. Капилляр, хорошо. Капилляр это, конечно, прикольно. Сейчас, секундочку. Но нам нужно сердце. Хотя он мог бы отдать нам просто так его. Я думаю, не обеднел бы. Ага, у вас оружие уже, да? Есть. Вот здесь есть оружие. Как тебя? Урод. Хотя монстры красивые. Реально прикольно постарались. Все, до побачення. Так. Ага, острый камень. Давай смотреть, что он нам дает. Зараженная атака в ближнем бою накладывает эффект кровотечения, который наносит 200 урона в течение 20 секунд. Я так и ничего не понял, конечно, но ладно. Мне, в принципе, и так пока нормально. Либо перевели криво-косенько, как обычно, либо я что-то не понимаю. Так, ребят, пока разбирайтесь с ними, а я полутаюсь. Так, хорошо. Хорошо. А, ну да, я же себе броню прокачивал. Я думаю, что я так воспринимаю более-менее нормально. Эти выстрелы. Ой, ты что, смотри какой. Смотри, какой зайчик пришел. Все, до побачення. Нелегко было. Ну да, согласен. Так, ребят, за мной. За мной. Ля, сразу стрелять начинают.
Мне надо даже не успевая реагировать. Они повсюду, с разных мест. Туда, сюда, сюда, туда. Погоди, 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 не перезарядился. А мне, в принципе, нечем перезаряжаться. Мне 4 патрошка осталось. Прикольно. Ага. Ага. Все. А, не, нормально, 13 патрошков еще есть. Так, очко навыков, отлично. Давайте попробуем потратить его на вот это вот, на мучитель. Может, реально у нас будет не минутку, а пару минуток летать с нами. Не-н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 е. Так, хп, 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 хп. Ага, еще одно очко навыков. Нелегко было. Отлично, давайте тратить. На что его потратим? Так, быстрые руки. Нам это не надо, скалоласт тоже. Так, на 7 уязвимых мест. Угу. Ну давай. Потратим. Давай потратим, будем везде по чуть-чуть прокачивать. Так, пошло. Пошло, хорошо. Бонжур. Где монстры? Если бы можно было бы еще броню как-то, вот эти вот камушки найти. Это как в Сталкере, помните? Нашел артефакт и все, и у вас и хп восстанавливается, и... Ой, ё, сколько вас здесь! Сколько же вас здесь? Блин, если бы не черепа, я бы, наверное, уже откис раз 200, да? Ага, вот это мне уже не нравится. Так, что там за бабайка? Ага, это ты, да, здоровянь? Здоровяк ты наш. Урод. Реально урод. Так, что у нас там на час дали в рюкзаке? Справился. Вот это зеленый лист. Так, от коррозии и повышает эффективность брони на 10%. Не, надо его, наверное, использовать на боссах. Здесь еще, в принципе, нормально. В принципе, еще здесь нормально. Вот на боссах бы. Надо было бы, наверное, его использовать. Что по поводу денег? 1200, а металла 25. Две штучки. Угу. Окей. Маловастенько, конечно, ну ладно. Так, и куда и тут? Где тут? Кого? Будет ли тут сохранение? Либо не будет тут сохранения. Так, кто? Не попал, не попал, попал. Попал. Хорошо. Ну, помоги, помоги, помоги. Шикарно. Кажется, у меня проблемы. Ой, 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 а у меня нету больше аптечек. У меня нету больше птичек. Нормальных. Ага. 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 И все заново, да? Угу, да, и все заново. И все заново проходить. Угу. Спасибо, разработчики, что нету возможности сохраняться после каждого раза, когда ты хочешь это делать. Все, и в такие моменты вот реально у меня сейчас пропало желание дальше проходить и записывать, потому что вот реально бесит. Все, ну куда ты, ну куда ты, ну куда ты?
Так, это свои. Это свои. Хорошо, побежали. Даже останавливаться не буду. Даже не буду останавливаться. Ля, ну что это творится? Ну, скажи, пожалуйста. Что это творится? Нелегко было. А ты зачем оно нам надо? Только как с тем придурком справляться, который с топором меня победил, я не знаю. Алло, вы не хотите мне помочь, не? У вас нет такого желания? Ой, бред какой! Нелегко было. Угу. Согласен, но тут еще сейчас будут, так что... Не расслабляйся. Говорится, не расслабляйся. Так, тихонечко. А куда ты своими культяпками машешь? Ну скажи, пожалуйста. Ты машешь своими культяпками. Стой, 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 стой. Алло, 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 игра. Ну откисни, ну пожалуйста. Дерьмо! До побачення. До побачення. Ты что, издеваешься? Ну как мне от него убегать, если он меня топор кидает, как раз ловит меня? Ну как мне от него... Как мне от него убегать, если он меня на лету ловит? Короче, пробую еще раз, если нет, все, я удаляю эту игру и играйте в нее сами. Ни сохранения, ни... Вообще ничего нету. Ну что за бред, даже на паузу нажать не могу. Вот реально, даже на паузу нажать не могу. Да отстань ты от меня! Это ты своими заготовками машет оно. Ну, отстань, отстань, отстань. Давай, 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 подходи. Угу, понеслась. Да не расслабляйся, сейчас еще будут. Это сейчас еще будут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вас тут двое. Вас тут двое, я смотрю. Отстань, отстань. Отстань, пожалуйста, отстань. Ну сколько вас здесь? Ну все, ну дайте расслабиться, разработчики, ну пожалуйста. Алло, игра. Нелегко было. Ну я все понимаю, экшон экшоном, ну дайте хотя бы и расслабляться надо. Не все ж время вот это вот. Ой, начинается. Даже подойти нельзя спокойно поговорить. Да куда ты бежишь? Скажи, пожалуйста, вот куда ты бежишь? Ты стоят, а ты лезешь. Как будто больше всех надо, да? Понеслась. Бонжур. Отстань. Отстань от дяди, дядя злой.
меня реально начинает гореть от этой игры. Ой-о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 й
Все, я все. Ну твой топорик, все тут. Да. Все твое. Забирай, пожалуйста. Не к добру это. Все, я игру удаляю до побачення. Все, ребят, это крыса была первая и последняя серия. Все, не хочу. Ты понимаешь, не хочу. Нафиг. Все, всем бурмур.